Всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и сегодня мы поговорим о бете новой колды. Да, мне удалось протестировать ее, играл я в нее с 19 числа, и в этом видео я хотел бы с вами поделиться своими мыслями и впечатлениями. Если что, я простой среднестатистический парниша, который просто иногда проявляет желание побегать в онлайне в шутере от первого лица. Это чтобы вы знали, от кого собственно идут мысли, и чтобы знали, что я не фанат батлы и не ярый фанат колды, ну просто любитель. Колду я начал играть где-то с первой части современной войны. Проходил лишь кампанию и иногда играл в мультиплееры с братьями против друг друга на плитскрине. Единственная колда, которую я более-менее прочухал в мультиплеере, так это World at War 2 и Black Ops 4. И то, последнюю я брал чисто из-за королевской битвы. Новая колда, на мой взгляд, недалеко ушла от предыдущих частей, поскольку темп и скорость игры не слишком изменились. А если уж изменились, то не агритесь, я лишь высказываю свои ощущения. Первое, что я хотел бы затронуть, так это графон. Он стал более реалистичен из-за новой анимации. Кстати, она мне почему-то напоминает Wolfenstein 2. Все как-то ускорено и немножко размыто. Если что, играл я в колду на Xbox One S и на Xbox One Fat. И лично на этих консолях, по моему ощущению, игра была близорукой, то есть разглядеть кого-либо вдаль, особенно в темноте, немножко было сложновато. Но это, кстати, был отчасти баг, что игра иногда теряла фокус и все было мыльным. Надеюсь, на релизе такого не будет. Напишите, кстати, на какой платформе играли вы и как у вас ощущения по графону. Что касаемо геймплея, как я и говорил ранее, колда осталась той же колдой, но в этой части у нас есть новые игровые механики, такие как более быстрый бег, перезарядка во время прицела и стрельба с упора. Мощный бег позволяет бежать на некоторое время быстрее, чем обычно. Делается это при помощи двойного нажатия на стик. И лично мне это не всегда удается сделать, и хрен знает почему, просто вот не очень удобно два раза нажимать на стик под наклоном. Второе нововведение — это перезарядка при прицеливании. Сначала я вообще не пользовался данной фичей и не понимал ее смысл, но потом, когда стал понимать, откуда может появиться враг, просто рубил и подзаряжался, не теряв прицел с нужной точки. И последнее, что бросается в глаза, так это стрельба с упора. Я видел это нововведение в трейлерах и думал, что оно будет сделано как в Радуге. В колде вы должны подойти к нужному месту, нажать на правый стик, и ваш персонаж прилипнет к той или иной точке. Честно сказать, поначалу это казалось совсем неудобно, но опять же, после того, как ты понимаешь, откуда может побежать враг, ты просто выбираешь правильный угол, прилипаешь и будто на сошках начинаешь с легкостью убивать всех тех, кто идет в твою сторону. Но в этой фишке есть небольшой минус. Не все углы удобные. И данная фишка больше подталкивает сидеть на одном месте. Ты не целиком виден и прицел поставлен на нужную точку. Но подталкивает сидеть на одном месте не только новые фичи, но и сами карты. Они многоярусные и в них очень много мест, в которых можно просто сесть и ждать врага. Иногда, если честно, бесило, прям реально бесило, когда ребята занимали одни и те же позиции. Стрельба стала немного приятнее и немножко живее из-за хаотичной отдачи. Теперь оружие не несет в какую-либо сторону. Прицел бегает то влево, то вправо. Бегает все-таки не сильно, но все же это ощущается. Оружие, как и раньше, можно модернизировать путем прокачивания уровня. Лично я весь бета-тест играл с Эмкой, она мне зашла как и по виду, так и по моей манере ведения боя. Ну, прямо реально кайфовал от нее. Кстати, насчет оружия и уровня. У меня на протяжении бета-тестирования возникла кое-какая проблема. После регистрации аккаунта на сайте Activision, дабы добавить людей для совместной игры, имеющих другую платформу, об этом я также расскажу чуть подробнее, но чуть позже. Весь игровой процесс просто исчез. Я уже успел выбить все, что захотел, качнуться до 20 уровня, но под конец бета-теста я решил обзавестись аккаунтом, дабы потом провести масштабную сходку среди обладателей всех игровых платформ. И после привязки мой прогресс тупо исчез. Просто об этом знаете, такая вот фигня может быть и на релизе, поэтому аккуратней. Кстати, напишите свое мнение насчет сходки, годная идея или нет, и напишите плюсик, кто пойдет. И да, если что, аккаунт Activision нужен для того, чтобы вы могли приглашать своих друзей с PlayStation, с ПК к себе в пати. Если что, в России, к сожалению, аккаунт создать нельзя. Ни страны, ни доступа в России к данной вкладке сайта у вас не будет, поэтому VPN в помощь. На протяжении всей бетки я поиграл практически во все режимы, в том числе и в самый масштабный. Честно сказать, он мне напомнил очень батлу четвертую, но только на минималках, так как ничего не разрушается и все выглядит немножко простенько и топорно. И если уж сказал про батлу, то я не знаю как вам, но новая колда реально чем-то стала похожа на четвертую батлу. Возможно, это отчасти из-за анимации. Единственное, что в колде в таком режиме не хватает, так это большего взаимодействия между командой. Так называемого тимплея, как это сделано в батле. Аптечки, пометка игрока, возможность восстановления. С другой же стороны, если бы это все было, то это точно была бы батла на минималках. Играл в режим 2 на 2. Весьма интересный режим, в котором дается маленькая карта и несколько оружий, которые нужно успеть подобрать и при помощи них убить врагов. Но как по мне, данный режим, мне кажется, будет рассматриваться игроками как для выяснения отношений. Типа, год 2 на 2 забьемся или за ассал, а?
ибо мне кажется, данный режим слишком быстро надоест. Также новые колды — это один из первых шутеров, который имеет полный кроссплатформенный мультиплеер. И теперь же все обладатели PlayStation 4, Xbox One и ПК смогут сразиться в одном пати. Многие спросят, а как же клава-мышь против геймпадов? Честно, при игре я не сильно заметил разницы, играют с мышкой или нет. Бывали моменты, в которых я реально сдыхал, как не зная кто, а были и моменты, в которых реально тащил, тут как бы 50 на 50, так как на консоли все-таки есть автоаим. В каких-то больших режимах, в которых можно посидеть со снайпой, возможно, да, тут мышка навешает 7 люлей, но в простых командных боях все вроде как в норме. А в случае чего, никто не мешает вам подрубить клавиатуру и мышь к консоли, или же просто отключить кроссплей. Что мне не понравилось при тестировании, так это то, что на Xbox One тест был на 1.5 часа позже, чем это было запланировано, а самое главное, об этом никто не написал, типа, это проблема у майков и скоро починим. Если кто не знал, то мы это все стримили и тупо 1.5 часа ждали. И немножко не понравились точки возрождения, особенно в большом режиме. Они сделаны как-то хреново. Ты появляешься, и тебе сразу же снайпер бьет в голову. Но как по мне, нужно хоть какое-нибудь время, дабы понять, где ты находишься и куда тебе бежать, либо же сменная точка респауна. Опять же, это лишь мои придирки. В остальном, это вся та же Call of Duty. Сказать, что из года в год нам подвозят одно и то же, сказать сложно, поскольку нам все-таки вносят изменения. Но сказать, что это нечто новое, тоже нельзя. Это все-таки серия игр, и она должна быть чем-то похожа, иначе основная часть фанатов может просто отвернуться. Лично мне понравилась новая колда, своим видом, своим чувством оружия, да и геймплеем в целом. Буду ли я играть днями и ночами в мультиплеер, сказать не могу, так как мультиплеер колды меня почему-то всегда удерживает недолго. Но как в диковинку поиграть все-таки хочу, плюс думаю, что у этой части будет очень хорошая сюжетная кампания. Поэтому предзаказ отменять я не намерен. И да, большое спасибо разрабам за то, что дали Сереге появиться в камео. Я не знаю, как вам, но как по мне, скин, слишком похож на того самого Серегу. Короче, спасибо Сереге, разрабам и по многочисленным заявкам врубаю вам один из его треков. На этом у меня все, такой вот простенький от души обзорчик. Если он вам понравился, то влепите лайкусик, не забывайте подписываться на канал. Также не забывайте писать свое мнение, вдруг кто-то ярый фанат, кто-то заметил другие изменения, а кто-то вдруг думает совершенно иначе. Это нормально, поэтому обязательно поделитесь своим мнением. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. А что это за парень, о котором трескит шорох? Вышел в ринг, готовый растереть любого в пыль и порох. Все говорят, он молод, его кулак молод. Зато и сколот, он давно для драки ищет повод. Наводит страху на бойцов парнишка свой.